сейчас много дискуссий на этот счет. Вот звучит настойчивый мотив. Вот он очень ловко используется. То, что Россия большая, это плохо. Неплохо, может что-то и оттяпать в пользу остальных цивилизованных народов. То, ну, Россия большая, Россия добрая, христианская, православная, добродушная. Ну что вы к ним? Ну простите, ну подумаешь. Ну тем более, что это творческие люди. В одном варианте они же дети, в другом варианте они же творческие люди. Вот это все прощенчество за чужой счет всегда. Вот ты сам прости того, кто тебя оскорбил. Не хочет прощать. А Россия должна всех прощать, кто ее оскорбил. Это действует... Но я не думаю, что это организованно действует, хотя многократно мне приходилось говорить, что вот эта внутренняя оппозиция либеральной, противостоящей интересам России, она осталась.